приходить. Я говорю, кто? Проходите, бо я не вижу. Так я говорю, садитесь, проходите. И женщина села ко мне сюда, вот сюда. С кем вы живете? Я сказала, что я живу одна. У вас деньги есть. Я говорю, у меня пенсии нема. А когда вам приносят пенсию? Она спрашивает. Я говорю, мне пенсию приносят 8-го. И я сплю с этими деньгами, и они вот тут вот лежат. Это я пришла молитву переписывать, и она вот тут сидела. Я вот так отодвигаюсь сюда, а она за мной. Я вот так, и я начала кричать, пищать. И телефон не знаю где, и набрать цифру где. Ничего же не вижу. Нет. Короче, кому-то так звонила. Я вот так вот пошевелила и нашла 3 дырочки. И позвонила в милицию.